Это тупик. Свердловские дороги настолько плохие, что по ним запрещают ездить. В Ревде автоинспекция ограничила движение транспорта на нескольких улицах. Колесить по ним опасно для жизни, здоровья и кошелька. Правда, исполнять предписания в городе пока не спешат. В тупик дорожной ситуации в Ревде зашла накануне, когда областная ГАИ велела установить кирпичи на двух оживленных трассах. Путепроводы соединяют город с микрорайонами. Однако на пути у жителей столько препятствий, что по ним дорога разве что в больницу, жалуются местные. Автоинспекторы нашли здесь больше 30 недостатков в содержании. Выбоины слишком глубокие, обочины осыпаются, а на участках порой нет ни бордюров, ни дорожных знаков. Пока по ним запретили ездить лишь маршрутному транспорту, но если ситуация не изменится, разворачивать здесь начнут всех. Между тем, местные власти до сих пор не ограничили на трассах движение и спешно укладывают временный асфальт.